Сегодня мы будем обзорить игру «Война миров». Ну, как всегда. Я же люблю «Войну миров». Значит, люблю. Так. Вон, с той горы пойдет куча засранцев. Уже ночь. Но я лучше спрячусь. Но мне страшно. Короче, я заметил так. Вон оттуда идут мелкие. Вроде бы только мелкие. Да, мелкие только. Сейчас вам покажу больших говнюков. Но я лучше выйду из этого здания. Так как они любят уничтожать зеленые здания и вот эти. Кстати, сейчас вот это серое здание может шлахаться. Так что я лучше побегу отсюда. Вот. Побежал, показывает. Да, побегу к себе на новом. Ну, кстати, вот он дом. Налетел. Ты чё, мой дом где-то здесь? Мы уничтожим. Ну, так узнал, мы уничтожим. Кстати, я рекомендую подниматься, когда вы там. Потому что есть такой шанс, то, что ваше здание начнется пальба из стекового луча. Но так как эта пальба может уничтожить немного ваше здание, можно выразиться, стереть с лица земли, то не рекомендуется это делать. Кстати, вот этот скрип, это если что, как выбирает здание. Знаете, вот это вот. Нет! Я в ловушку попал. Вам понятно. Все, когда вы попадаете в такую ловушку, вам капздец. Либо он случится. Либо вас придавит здание, либо вас стерет треножник. Но в любом случае, либо вас треножник, либо... Кстати, меня сейчас треножник. Я спрятался от него, он меня не поймал. Я чуть не подпрыгнул. В реальности. От радости. Ты чё, совсем обалдел? Ты что делаешь? Говнюк! Этот издание могло быть хорошим. Но сейчас главная задача моя — это просто выжить. Жесть, они идут. Короче, сейчас я вам ищу. О, выживший! Это выживший вояка. Короче, можно подойти к концу, потому что здесь, кроме пока что разработчик, он обновлял эту игру вроде 2 дня назад или день назад. Но видео он выпустил 2 дня назад. И, короче, под заключение можно сказать, не конец, но... потому что сзади меня большая...
Короче, пока мы подыхаем с выжившим, которого только что прибило. Короче, расскажу. Короче, пока что, кроме того, что вы вы больше здесь ничего не увидите, кроме разрушений и смерти. Потому что вот просто вот так стену закопают. Я всем закупаю, я. Короче, меня загребло сюда. Как могу наконец-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на канал. На видео, ставьте лайки на видео, а еще пишите комментарии. А если вам нужна эта игра, в описании. Комментарии нет, в описании.